Предлагаю приготовить фруктовые чипсы. Сушеными яблоками сейчас никого не удивишь, а вот чипсы из фруктового ассорти – это что-то новенькое. Подробнее, как приготовить фруктовые чипсы, я расскажу ниже. Фрукты для чипсов могут быть любыми, из цитрусовых можно еще взять апельсин и грейпфрут. Во время сушки периодически меняйте поддоны местами, чтобы чипсы сохли равномерно. Фруктовые чипсы имеют насыщенный сладкий вкус, идеально подходят в качестве здорового перекуса. Киви 2 штуки, банан 2 штуки, груши 3 штуки, мандарин 2 штуки. Количество порций 2. Подготовьте все ингредиенты. Помойте все фрукты и обсушите. Банан очистите от кожуры и нарежьте кружочками. Киви очистите от кожуры, затем нарежьте на кружочки толщиной примерно 5 мм. Груши разрежьте вдоль на ломтики толщиной 3-4 мм. Мандарин разрежьте поперек с кожурой на кружочки 3-5 мм. Разложите фрукты на поддоны для сушки в один слой. Отдельно каждый вид фруктов. Сушите при температуре 60-70 градусов 10-12 часов. Фруктовые чипсы готовы, приятного аппетита!